Добрый вечер. Итак, ну, мы решили уже не дожидаться, пока соберутся все-все-все, и потихонечку начинать. Вот, сегодня у нас, так сказать, презентация первого живого альбома, выпущенного полностью лайв, запись концерта полугодичной примерно давности. Это был концерт группы Funky Land с нашим давним другом, мастером слова Джи Вилксом, который сегодня тоже здесь и появится скоро на этой сцене. Вот. И, собственно, это концерт, презентация нашего нового живого двойного CD. И мы начинаем потихонечку нашу программу. Так что потихонечку будем жарить. Начнем с группы Funkadelic. Thank you.
Oh, no.
барабанов, клавиш на инструментах. We'll be right back.
Здесь и сейчас мы, 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 м
там. Пусть Грув ведет нас вместе. Мы, где бы мы ни были, пусть Грув. Мы Fun Family, где бы мы ни были, что бы мы ни делали, все пусть вместе. Say, мы. Вообще, мы, Fun Family, где бы мы ни были, что бы ни делали, мы, где бы, пусть Грув, мы, где бы мы, что-то мы застряли на том месте, ну давайте, давайте повеселее, мы, где бы мы, пусть Грув, здесь и сейчас, everybody say, мы, где бы мы, пусть Грув ведет нас, на сцене живым встречайте. А что, друзья не пришли? Футбол смотрят? Ай! В следующий раз забейте с собой друзей, будет круто! Ай! Это классика, МС на пафосе не катит. Артист не имеет права плакать. МС тоже должен быть веселым, кто бы его не пригласил. Как по вызову такси, как почта России. Доставляю позитив всем, кто хочет потусить. Потусить, пату, потусить, потусить. Пату, потусить, потусить. Потусить, пату, потусить. Доставляю позитив всем, кто хочет потусить. Потусить, потусить. Пату, потусить, потусить. Пату, потусить, потусить. Чем его настроение больших и малых сцен не придает значения ценам и поэтому цел. Если микрофон твердит и звук отлетает от стен, он не срывает концерты, не закатывает сцен. Он был оценен и тенен, цель всегда не сомнений, всегда оценен. Но он не ставил себе таких целей. Принимаю заказы на проведение свадеб, нюх, юбилюх и других мероприятий. МС должен развлекать и нести праздник. Это классика, МС на пафосе не тратит. Артист не имеет права плакать, МС должен, должен быть веселым, чтоб его не пригласил. Почта России, доставляю позитив тем, кто хочет потусить. Потусить, в корпоративах и на тусах детей. Скукоте не делать и в тень не водить. На плетень в заведениях питейных быть на высоте. Не делать истерики, если в постели потели не те. Как не расценник, лучше выучить текст для гостей. Как для гостей сделать этот вечер веселым и всем дать до усёра офигительных новостей. Если артисты принимают как-то не так, если артисты принимают не так, значит ему вообще нифига светиться. Подкачай бицепс, поменяй бизнес. Принимаю заказы на проведение свадьбы, нюх, юбилюх и других мероприятий. МС должен развлекать и нести праздник. Это классика, пафос ничего не значит. Артист не имеет права плакать. МС тоже должен быть веселым, кто бы его не пригласил. Как по вызову такси, как почта России. Доставляю позитив тем, кто хочет потусить. Потусить, все, кто хочет.
На CD получился очень симпатичный концертный двойной CD, коего, собственно, сегодня презентация есть. Так что Джи еще появится на этой сцене. Вот, сейчас хотел бы я исполнить такую композицию. Тут, видите ли, в чем дело. У нас бывают свои веселые и грустные события. Вот, некоторое время назад ушла из жизни очень хорошая подруга моя, многие ее, наверное, помнят, знают, это Виктория Короткова, миссис Биг, вот, была мне как сестренка, ну, так случилось, все мы временные, так или иначе мы когда-нибудь встретимся с ней, я думаю, но тут 3 ноября будет вечерина ее памяти, и так уж случилось, что я, волею обстоятельств, не могу на ней присутствовать, но по этому поводу именно сейчас, поэтому я бы хотел посвятить следующую композицию Викульке, потому что мы с ней исполняли эту композицию не раз, она ее очень тоже любила. Вот, и композиция, сейчас я вам немножко, ну, расскажу, о чем она по ходу. Oh,
Павел Мартаненко. Хорошо, Маша. Thank you.
зажигать. Стой, барабан. Камон! Вы живы или нет, йоу? И снова паровозы, колеса дороги, и снова паровозы, колеса дороги, и снова паровозы, колеса дороги, и снова чё, и снова чё, и снова паровозы, колеса дороги, и снова паровозы, колеса дороги, и снова паровозы, колеса дороги, и снова чё, и снова чё. А, ты снова слышишь наше слово окончай. Привет из дома, а не из притона, пьем чай. Снова строим свою новую основу, снова ждем выхода готового альбома. Скоро, скоро дома, и снова скоро дома. Такой трек идет по альбому, такой столбом. И сил есть столько, сколько в стакане сока. Хотят так мало сна, в мире не снова дорога. Снова ссоры, снова разговоры, снова здорово, даже если мы с тобой не знакомы. Снова говор, снова другой город, снова говор, снова поднимаю ворот. Гонорар сколько, и снова торг, снова не напустим в сторону, снова не гребенный комод. Разговоры, что мой концерт столько не стоит, мне снова пофиг, это все еще мой опыт. Хобби, и снова паровозы, колеса дороги, и снова паровозы, колеса дороги, и снова паровозы, колеса дороги, и снова чёрт, и снова чёрт, и снова паровозы, колеса дороги, и снова паровозы, колеса дороги, и снова паровозы. Стороны в сторону качай, качай. От подвала до верха качай, качай. От пола до потолка качай, качай. Черти носа вертикаль, качай, качай. От юга до севера качай, качай. Жестом говори мне да, качай, качай. Качай, 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 качай. Даже если ты стоишь в углу, качай. Ну-ка быстро подойди к столу, качай. Да не знаю, что понимаешь, все, качай. Кто ты, где ты и зачем ты здесь, качай. Если у тебя уже усы, мотай. Если нет усов, тогда прости, пей чай. Этот трек на девчу голову не бьет моча. Кто кайфует от простого легкого кача? Попробуй сам, йо, попробуй сам я. Это легко, как дважды два, если есть голова. Попробуй сам, йо, попробуй сам я. Это легко, как дважды два, все вместе. У кого есть головы, качай, качай. Из стороны в сторону качай, качай. От пола до верха качай, качай. От пола до потолка качай, качай. От юга до севера качай, качай. Жестом говори мне так, качай, 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 качай. Thank you.
Thank you.
Thank you.
И снова Джи Вилкс. Второе отделение нашего концерта. Заслуженный артист. Хип-хоп в сердцах со старого образца. Микрофон настроен выше басца. Бабы больше басца, бабы больше басца. Больше басца, бабы больше басца. Хип-хоп в сердцах со старого образца. Микрофон настроен, бабы больше басца. Больше басца, 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 бабы больше басца. Леша, это не к тебе. Микрофон настроен заяца. Ай! Сейчас о нелегких путнях, утомительных путнях городских жителей каменных джунглей. Пятница у Козлова, играем до костей. Воскресенье для позитивных новостей. И все вместе, а! Пятница у Козлова, играем до костей. Воскресенье для позитивных новостей. Понедельник мельник, вторник полник, четверг работа, а среда никто не помнит. А! Никто не помнит, парк. Больше басса, мне подсказывают. Больше басса, бы больше басса. Больше басса, бы больше басса. Пятница и суббота, играем до костей. Воскресенье для закрепления осей. Понедельник, мельник, полник, вторник, четверг, работа, а среда никто не помнит. Пятница и суббота, играем до костей. Воскресенье для закрепления осей. Все вместе, понедельник, среди песни. Вторник и среда на месте, четверг, пятница. Пятница и суббота, играем до костей. Воскресенье для закрепления осей. Все вместе, понедельник, среди песни. Вторник и среда на месте, четверг, спим все. Пятница, суббота, время гостей. Воскресенье для позитивных новостей. Понедельник, мельник, вторник, полк, четверг, работа, а среда никто не помнит. Ребечки дивные, красые, населяют офисы. Лестницы, переговорки, комнаты, этажи. Сидят на пробку Москвы, доставкой воды. Они зевая, сидят, ожидая лани, считают часы. Делают вишню, пишут мысли свои на листы. Держат посты, чтобы вниз видно, что можно не сны. В фильмах пишут посты, лезли в монасты. Последствия милых не подосты. Вот это сны. Начальники встречаются, улыбаются, ха-ха-ха-ха. Наклоняются, когда вдыхают цветы. Но далеко не каждая перейдет на ты. То есть мы же сошьем, а. Когда болезни не случаются, превращаются в актрис. Без секса игра не получается. Естественно, страсть и лестница, и сигаретка. Дальше больше без обеда. Чёрт, моя пятница! Пятница у Козлова, играет на концерте. Мы на сцене, мы будем дивны на ноге. Все вместе, мы не верим, кстати, песни. Но не верим, а песни, все вместе. Все вместе, понедельник, стали песни. От работы в системе бывают черные взрывы. От работы в системе в защите бывают дыры. Зашиваемся, трудимся из последней силы. Парням приходится пить пиво и толкать гири. Девчонки не забудут про перспективы. Они заходят в солярий и носят мини. Смотрят под телек умило, сохнут, ну где же милый? У мила водится и зима, без эти морилы. А в офисе только усосики с усиками. Женатики и бузики, и гибридузика. Все пацаны от начальника до суеты готовы развлекаться, готовы пить манты. Пятница и суббота, играем до костей. Мы спасли для закрепления осей. Все вместе, воскресенье, среди песни. Вторник, среда, на месте, четверг, спим все. Снова пятница, суббота, время костей. Цены песни для закрепления осей. Понедельник, вторник, пол, четверг, работа, а среда никто не помнит. Пятница и суббота, играем до костей. Мы спасли для закрепления осей. Все вместе, понедельник, среди песни. Вторник, среда, на месте, четверг, спим все. И снова пятница, суббота, время гостей. Воскресенье для позитивных новостей. Понедельник, мельник, вторник, пол, четверг, работа, а среда никто не помнит. Никто не помнит. Уже никто не помнит. Никто не помнит. Come follow me.
закрепление осей. Все вместе, понедельник, будем здесь. Вторник, среду, на эту четверг, все. Снова пятница, суббота, время гостей. Воскресенье для позитивных новостей. Понедельник, смене, вторник, полк, четверг, ну а среда никто не помнит. Что любовь превращается в жизнь.
Забудь о них.
Я хочу, чтобы песни звучали. Поделят мы корм с кармана, заработанный по доллару, потом микрофоном.
Бас. Здорово, скоро бомбы вагоном на каждой платформе поровну поделят. Мы корм с кармана заработанный по доллару работаем по микрофону. Больше басца, больше басца. Здорово, скоро бомбы вагоном на каждой платформе поровну поделят. Мы корм с кармана заработанный по доллару работаем по микрофонам. Я хочу, чтобы песни звучали. Я хочу, чтобы песни звучали. Чтобы песни звучали. По пути, нашу тему раскрути. Я хочу, чтобы песни звучали. Сейчас можно прямо ко мне подойти, и всякие другие CD-DVD, на которых Живиукс тоже есть, и есть мы, вот. Так что
дальнейшее прослушивание сегодня будет уже на звуковых носителях, а приходите к нам еще, если хотите, оставляйте имейлы, будем вас приглашать на концерты на сегодня. Вот, к сожалению, все. Спасибо вам большое!